Конкуренция всегда выступает двигателем торговли, но не всегда бизнесмены придерживаются законов. При осуществлении предпринимательской деятельности одни участники рынка используют нечестную борьбу намеренно, а другие по незнанию. В этом вопросе за нарушением законодательства о рекламе следит антимонопольная служба. Поэтому на форуме «Современным тенденциям развития рекламного рынка и антимонопольной политики» уделили особое внимание борьбе с недобросовестностью, совестной конкуренции и использованию норм рекламного законодательства. В нем приняли участие как предприниматели, так и эксперты рекламного бизнеса. Его участников приветствовал заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Евгений Поляков. Хочу выразить слова благодарности организаторам, партнерам форума, лично поблагодарить руководство Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максима Алексеевича Шаскольского за то решение, что он принял провести такое значимое мероприятие в Карачаево-Черкесской республике на территории ВТРК «Архыз». Реклама всегда была, остается двигателем торговли, оказывает значимое влияние на занятость населения, на увеличение внутреннего регионального продукта, на увеличение налоговых поступлений в бюджет, а правильное и законное применение рекламы – это еще и развитие конкуренции. Евгений Поляков отметил, какую роль играет реклама в развитии социально-экономического развития любой территории. На площадке участникам форума была дана уникальная возможность задать вопросы по рекламе специалистам. Подробно о векторах развития рекламного рынка рассказала заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова. Она отметила, что ежегодно ФАС России рассматривает порядка 16 тысяч заявлений о нарушении законодательства о рекламе и около 3000 заявлений о недобросовестной конкуренции. Будет возможность услышать, что называется, из первых уст вот все ответы на вопросы, которые у вас есть. Поэтому, коллеги, я сейчас обращаюсь к субъектам рекламного рынка, к бизнесу, который здесь присутствует. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы спикерам. Это действительно уникальная возможность, потому что вы в своей ежедневной работе руководствуетесь и принципами закона о рекламе, и недобросовестной конкуренции. Поэтому в любом случае будем надеяться на такое достаточно плотное взаимодействие. Нарушения в рекламе и в недобросовестной конкуренции, они очень чувствительны, потому что затрагивают и массового потребителя, и непосредственно бизнесменов. Карина Таукенова отметила, что ведомство продолжает работу по актуализации рекламного законодательства с участием бизнеса и экспертов рынка с целью сохранения честного и добросовестного поведения предпринимателей. Реклама всегда была актуальной, она, кроме того, что двигатель торговли, она является таким инструментом, с помощью которого предприниматели, субъекты рекламного рынка и все мы, кто занимается от производства товаров до регулирования рекламного законодательства, ну, мы можем заявить о себе. А заявить о себе, о своих товарах, о продукции, работах, услугах, с одной стороны. И с другой стороны, мы можем посредством рекламы опорочить либо себя, то есть вред принести себе, либо конкурентам. И в этой части очень важно соблюдение законодательства. Есть такое понятие, как недобросовестная конкуренция, которая выражается разными способами. В законе это все определено. И сегодня на этой площадке центральный аппарат ФАС России, который принимает участие и сотрудники которого являются ключевыми спикерами данного мероприятия, разъясняет рекламное законодательство. Честная борьба в бизнесе особо актуальна для компаний, стабильно закрепившихся на рынке и не желающих терять потребителей из-за неправомерных действий конкурентов. Несомненно, в помощь приходит закон о рекламе. В него периодически вносятся изменения, чтобы экономические отношения только развивались. Если мы понимаем, что какая-то норма не очень удачно сформулирована, и она применяется так, что тормозит развитие какой-то части данной сферы, мы готовы говорить о ее изменении. В этом смысле, конечно, обсуждение, в том числе с предпринимателем, я надеюсь, у нас на этой площадке будет бурная дискуссия, позволит нам в том числе услышать наличие каких-то проблем, которые волнуют предпринимательское сообщество. В своем выступлении Анастасия Залевская рассказала об актуальных формах защиты от недобросовестной конкуренции. Один из таких механизмов – регистрация товарного знака. Речь идет о ситуациях, когда за счет узнаваемого товарного знака отдельные предприниматели пытаются строить свой бизнес, копируя или имитируя внешний вид товара на уже получившем известность обозначении. Однако регистрация товарного знака дает возможность более эффективно защитить свои интересы. Это может осуществляться в виде запрета другим лицам
лицам реализовывать товары по таким обозначениям. Здесь следует учитывать, что закон не обязывает регистрировать обозначения в качестве товарных знаков. И если предприниматель в силу определенных причин не сделает этого, он не лишается возможности получить защиту от злоупотреблений конкурентов. Каждый из нас эту рекламу видит, получает, так или иначе сталкивается. И, конечно же, регулирование законодательства о рекламе, регулирование содержания рекламы, распространения рекламы и запрет тех действий, которые запрещены в рамках недобросовестной конкуренции, оно помогает развитию экономики как таковой, поскольку остаются только добросовестные участники рынка, которые смогут продолжать вести честную борьбу, не нарушать закон, получать те преимущества, те доходы, на которые они рассчитывают, ведя вот эту честную предпринимательскую деятельность. И, конечно, такие формы, как вот настоящий, позволяют еще раз донести те акценты, на которые обращают внимание антимонопольные органы, с тем, чтобы добросовестные участники рынка услышали и продолжали вести себя хорошо и позитивно, а те, кто вдруг сомневается в своем поведении, поняли, что что-то не так, и, может быть, исправились сами, изменили свою деятельность и стали присоединились к тем добросовестным, которые так, собственно, всю экономику как раз и двигают. Конечно же, такого рода коммуникации позволяют доносить необходимые сведения, как себя надо вести, способствуя развитию правильного поведения предпринимателей, как в нашем регионе, так и в целом в стране. Как раз форум в этом смысле на это и направлен. От правильно организованной рекламной стратегии коммерческой организации во многом зависит ее успех на рынке, так как она дает возможность активно воздействовать и закреплять свою позицию в деловом сообществе. Работа с рекламой – всегда коммуникация. Развитие рекламы на самом деле очень важно для компании по всей России, в общем-то, для Карачаево-Черкесии особенно. Мы как компания «Сатурн» очень заинтересованы в рекламах разного рода. У нас большое количество наружной рекламы, печатной рекламы, рекламы в интернете. Поэтому данный форум, я думаю, не только для нас, но и для всех предпринимателей будет очень полезным. Я занимаю позицию интернет-маркетолога, то есть я занимаюсь развитием диджитал в компании. Анализ современного аспекта развития рекламного бизнеса показывает, что данные тенденции усиливаются. Конечно, успех от рекламы нередко зависит и от цены, которую готовы заплатить предприниматели. Но есть еще множество других факторов. Поэтому для того, чтобы отрасль торговли и маркетинга развивалась профессионально и максимально эффективно, необходимо проговаривать проблемы и решать их. Для того, чтобы рекламный рынок работал, необходимо освещать проблемы того, что не правильной рекламы, то есть давать предпринимателям примеры четкие, потому что у нас в Карачаево-Черкесии, в принципе, люди работают с рекламой, размещают ее, но размещают неверно из-за незнания. Незнания закона, незнания там каких-то форматов. И вот сейчас я замечаю, что ведется работа, снимаются неправильные баннера, это очень сильно заметно, но люди немножко потеряны, они не понимают, а что нужно вешать. И из-за этого какое-то недопонимание, недовольство возникает. А вот такие форумы, на самом деле, они хоть немножечко дают понимание, что и в какую степь нужно идти. Завершился форум круглым столом с участием представителей центра «Мой бизнес» Карачаево-Черкесии. Обсудили тему маркировки рекламы, какие существуют правовые нормы и практика Федеральной антимонопольной службы России. Хотелось бы отметить, что сегодня реклама является неотъемлемой частью развития любого бизнеса. Поэтому для субъектов малого и среднего предпринимательства данная тема становится еще больше актуальной, поскольку в прошлом году, в сентябре прошлого года, вышел обновленный закон о рекламе, который предусматривает обязательную маркировку рекламы. Рады, что сегодня наш форум, который организовал ФАС, приехало большое количество экспертов именно в рекламной индустрии, а также представители СМИ и, конечно же, субъекты малого и среднего предпринимательства. Действительно, рынок рекламы является частью экономической системы. От нее напрямую зависит финальный бизнес-результат, отчего экономика нашей страны будет процветать. Проведение таких форумов сложно переоценить, поэтому его организаторы планируют проводить встречи такого формата на регулярной основе. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Архыз.